Добрый вечер всем. И сегодня у нас Mortal Kombat 11. Ну не знаю, давайте поиграем за Скорпиона в третьей вариации. Тоже миксаперская, тоже в видосике я говорил про то, что там у горящего призрака такие миксапы, что попробуй отреагируй. Блин, у нас одинаковые костюмы. Только у него второй турнирный стиль, у меня третий. Ага. Опасно. Ох, как опасно. А, это не этот, да? Ой, опасно. Опасно. Ага, ну у меня как обычно не получается эта фигня, да? Нормально. Просто кунг-фу, я понял. Ну, чисто, чтобы в блок уже добить его кое-как, да? Это забавно. Я еле-еле успел блок поставить от его цепи. Ух, это вот это да, это нехорошо. Согласен. Это классический костюм, кстати. Ваш клан состоит лишь из представителей земного царства. Только они оказались достойными. Ой. Ага, и все. О! Не, слушай, не работает. В онлайне не работает. Тупо вот в онлайне не работает комбо. Вообще никогда не работает. Не знаю почему. Как не нажимай, не работает. Почему, не знаю. Хотя это очень легко делать. Это очень легкая комбинация, но она тупо у меня не работает в онлайне, только в тренировке. Воу-воу-воу. Ой. Чтение началось, да? Final round.
fight! Ага, прикол. Ой, как опасно, слушай. Эти рандомные ноги. Это опасно. О, это тоже что-то жесткое. А это тоже скорпион, что ли, будет? Вполне возможно. Ну что-то как-то не соединяется. А, во, все, пошло. О, лавина, смотри. Лавина, Саб-Зиро лавина. Ох ты. Видал? Ха, отмена. О, прикольно. Ой. Ошибочки такие были. Глупые. Можно было раунд забрать, кстати. Второго нет. Ха-ха.
Ой. На этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр и всем пока.